Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня вот такая крупная посылка. Внутри находится держатель для сотового телефона. Вот такой. Dumping Upgrade 6.0. Интересное название. Какая-то усовершенствованная версия. Так, вот сам холдер, куда вставляется смартфон. Вот такой. Вижу отвалившиеся или демонтированные вот эти части. И, к счастью, есть все запчасти внутри пакетика. Это вот такие винтики с обратной стороны, как у тех, что здесь прикручено. В общем, все то же самое. Это шарнирное крепление самого держателя, и вот эта часть крепится под зеркало заднего вида мотобайка. Вот сюда крепится, выходит зеркальце, и сюда вставляется вот этот шарнир и прикручивается вот эта гаечка с обратной стороны. Так, все это будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Вот этот круглый шарнир. В ответное тоже полукруглое такое, полусферическое, если быть точнее, крепление здесь сзади. Закручиваем в нужном положении. И вот сюда крепится. Выбрали положение, чтобы к лицу телефон смотрел, и закрепили вот таким образом. Сейчас я прикручу вот эти две части и примерю сюда телефон. Итак, боковые части фиксируйте с помощью вот этих гаечек согласно ширине своего смартфона. То есть вставляете на нижней подставке смартфон, смотрите, насколько он у вас широкий, и регулируете, и оставляете нужную вам ширину. И вам останется только поднятием верхней части, вот этой выдвижной штучки, крепить вот таким вот образом телефон. Все, снизу видите, как крюки. С боковой части тоже они такие вот прорезиненные насадки на вот этих частях. То же самое сверху крюки. То есть телефону деться, как вы видите, абсолютно некуда. Очень надежная конструкция. Ну тут да, тут как бы никаких шансов нету. Видите, да? Здесь. То есть он даже не сдвигается. Вот и все. Сейчас осталось ослабить вот это крепление. Прикрутить к мотобайку и уже обратно вот это шарнирное крепление закрепить по месту. Мотобайков много, а прикручивать буду все же вот сюда. Просто поднимается резиновая вот эта защита, колпачок откручивается, можно даже рукой зеркальце. А вот уже все закреплять вам нужен обязательно разводной ключ или ключ на соответствующее количество миллиметров. Сейчас начнем. Открутили, вот так вставили часть держателя металлическую.
и начали закручивать в обратную сторону. Финальный результат. Поднимается подвижная часть, просто телефоном подсовывается и опускаете вниз. То есть при сноровке можно управляться одной рукой достаточно легко. Вот такой холдер. Всем спасибо. Всем пока.